Молодежное ТВ, и сегодня мы вновь в многодетной семье, ну, Мироновых. С нами мама Лилия, ее детишки и бабушка Софья. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немножко о своей семье. Сколько своих, сколько приемных? У нас всего 8 детей и одна внучка. Получается, у нас теперь 5 приемных и 3 своих. Ой. Как можете характеризовать ребятишек? Ну, очень такие активные и такие более спокойные. Все разные? Ну, все разные. У всех свой характер. Ко всем подход надо иметь. Мама, это байка. Мама, очень активная. Мама, Как справляетесь вот с такими шустрыми? Ну, всяко приходится. Это в основном вот так вот. Успокаиваю. Понятно. Ну, а чем мы занимаемся? Творческие ребята? Мама, Вова. Да, они у нас занимаются в секции ребята, рисуют, танцуют, поют. Познакомимся? Хоть ходит, да. Давайте самого активного ребенка. Как тебя Привет, зовут? Как тебя зовут? Играй. Чем ты любишь заниматься? Чем? Занимаешься чем? Играешь? И тую. Рисуешь? Рисовать любишь? А Лего любишь? Машинки какие-нибудь? Да, Лего люблю. И ботинки. И машинки любишь? Хорошо. И дома люблю делать. Хорошо. Мама делает. Так, дальше. Наташа. Наташа, чем занимаешься? Спортивной. В спортивной школе? Учишься уже в такой школе? В садике же ты ходишь. А в садике? В садике. В садике еще. И в садике, потом в спортивную, что вообще я ходит. Хорошо. Посещаем речевой детский сад. Так, вот это. Так, все? Еще что думаешь? Рисуешь тоже? Да. Танцуешь стихи, нет? Да, мы танцуем. Стихи? А расскажешь мне какой-нибудь стих? Да? Хорошо, ладно. Так, дальше. О, я играю в футбол. А как тебя зовут сначала? Скажи. Вадим. Вадик. Вадик. Яна. Футбол играешь, да? Рисую. Занимаюсь. Чем занимаешься? Компьютером играю. Хорошо, уже неплохо. Так, ладно. Дальше. Меня зовут Яна, я хожу на футбол, на легкоатлетику, играть в мячик, играть в компьютер. Так, дальше. Меня зовут Лера, я учусь в медицинском училище на 1-м курсе, ну, занимаюсь разными танцами, если попросят, выступаю. А волонтерство нет? Там да, еще на волонтерство. Вот недавно волонтерские сборы тоже мы ходили. Хорошо. Меня зовут Алмаз. Мас? Мне надо помочь посесть. Чем занимаешься? В игрушки играешь? Угу. Мультики и Лего. Любишь? Лего. Мультики любишь смотреть? И я мультики смотрю. Так. Я не знаю, может, стих расскажешь нам? Есть, знаешь, какой-нибудь? Угу. Расскажешь? Давай. Да, вот на камеру. Вот так вот вставай. Нет, туда. Осень золотая, трусит и стопа, песенка простая, радует тебя. Так вот. Кто еще чем пока? Мазик, рассказывай стихотворение. Тихо, лог, пожала, это лог к нам пришла. Так, это осень к нам пришла. Все? Он забыл. Кто забыл? Мазик. Не стесняйся, мы не кусаемся. Я тебе подскажу, давай громко только. Ну, давай я тебе подскажу. Когда за огнем здесь мечтала земля, ну, Еве сказал, переспать Адам. Сейчас я тебе всем вопросом задам. Кто деток родит мне, богиня моя? Ева тихонько ответила я. То платье сейчас постирает белье, меня полоскает, украсит ее. Ответила Ева, я
Сказала она знаменитый семья. Так на земле появилась семья. Ты ему помнишь, а хоть рассказывай. Все? За старание. Ну, еще маленькие речи. Еще есть. Ладно. А как маме помогаете по дому? Да! Да! Да? Прям так же активно? Так же активно, вот так. Или так же активно крушите все и раскидываете? Игрушки все раскидываете? Да, мы потом прибираем все. Да? Все прибираете? Хорошо. Хорошо очень. Кем кто хочет стать? Может, есть какие-то уже мечты и фантазии? Я хочу танцевать. Так, танцевать. А я тут вот это, я там... Вертолет? Ты хочешь быть летчиком? Вертолетчиком. Вертолетчиком? Да. Водить? Я буду и так. Хорошо. Гонщиком. Гонщиком. А я, ну? А я это люблю ботаником. Я хочу стать учительницей. Учительницей? Я хочу стать психологом. Нравится с людьми общаться. Мама. Научишься медицинскую. Мама, Это тоже неплохо. Я буду пожарником. Будешь пожарником? Хорошо. А вон кем? Я хочу еще медсестру еще. Еще медсестру? Все вместе, да? А я это танцевать медсестру? А я это робот. Будешь лечить? Днем будешь лечить, а вечером бросать? А я таким робот буду. Мама, хорошо. А я буду стать на оба. Про питомцев можете своих рассказать, кто у вас есть? Я буду гонять наши собаки. Собаки? И кошка одна. Ну как их зовут? И две котки. Лаза, Боня, Ляля. И Бося. Кошка. Кошка. У нас две белые. Офигим. Это рыба. Кто у нас еще там живет в клетке? Мышка, белка. Белка. Хорошо. Мама. Я видела у вас деревья из бисера. Вы занимаетесь? Да. Да. Да, с девочками мама, мы плетем мама, деревья мама, из бисера. Мама, березка есть. Так вот мы на форум ездили нынче. И у нас взяли на выставку в Екатеринбург. Да, мы участвуем в конкурсах различных, семья года, ассамблея замещающих семей. Да, у нас вот грамоты есть, у Леры, вот там вот есть, здесь вот грамоты, последняя вот грамота, ой, благодарственное письмо у нас от министра Злоказова. На форуме мы были в Камышлове, вот нам. Я могу. Дети участвуют. Где мое? Хорошо. Это мы потом посмотрим. Расскажите немножко о себе тоже, а то у нас так без внимания остались. О детишках, может, расскажете немного. Я сама лично воспитала 5 сыновей, дочь моя, с ними живу. Дети у меня все выросли нормальные, я работаю. Вообще, детей уже много имеют. У меня всего с ними 20 внучат, правнуков, внуков. Много. А правнуков у меня 10, скоро будет еще 2. Вот я помогаю воспитывать. Вот, уважаю их. Хорошо. Помогаю дочери. Хорошо, очень. Где надо, сварю, где надо, кормлю. Где а хватает заботы и любви на всех? Никого не обижаю. Я очень довольна с ними. Пусть еще берут, пусть воспитывают будут. Хорошо. Да. У нас маме 27 октября было 80 лет. Вот у нее 6 детей, получается 17 внуков и 10 уже правнуков. У нас такой вопрос приставал в некоторых семьях. Хотите ли вы 9-го ребенка? Ну да, вот здесь мы уже хотим, вот говорят, мы уже... Думаем о девочке, о маленькой. Просто говорят, что 9-го не было. Мама, ты что такое? У нас же получается двое-то уже совершеннолетних. Когда вам будет?
И у нас еще сегодня радостное событие. У нас сегодня в силу закон вошел сыновили одного ребенка. Поздравляем. Вот. Сегодня у нас решение уже в силе. Хорошо, это очень хорошо. А у нас праздник будет день мамы. День мамы будет, у нас праздник в садике. Нет. А у нас какие подарки будут? Все маме делают подарки? Да. Рисунки рисуют. Да, могу. Я нажала маме. Может, принесете, покажете какие-нибудь рисунки свои? Может, это я делала. Матрешку. А у меня... Давайте по очереди расскажем. Каждый о своем рисунке, о своей поделке расскажет. Давайте с алмаза начнем. Что у тебя такое? Что у тебя нарисовано там? Сделано. Неваляшка. Неваляшка? Клоун неваляшка. Такой, да? А у меня такой был. Вот. Да, где ты его делал? В садике? Да. В садике. Это хорошо. Мой так, клоун. Покажи. Птички у тебя. У меня снегоре. Ты где делал? В садике или в школе? В садике. В садике. А дальше. У нас цветочки. Цветочки. Тоже в садике делал? В садике. Так. Дальше у тебя что? Вот давай, рассказывай. Я делал туалет. Тоже что это две такое? Подделки. Танк это? Танк называют. Часто. Так, нету. Этот вон видит, это путка. Кружка, да. Это кружка. Это кружка. Шо? А это что у тебя? Матрешка. Матрешка. Вот так вот. Дальше. Вот такие вот деревья из бисера. Вместе помогаете? Да, да. Из чего вот этот вот сам ствол? Облеплен чем-то. У мамы нету. Это вот я. И вот я. Очень красиво. Бабушка с нами участвует тоже в набирании бисера. Бабушка тоже. Так же мы видим различные корочки бабушкиной работы. Я тоже свое рукоделье покажу. Папа. Это мы, да, первая грамота сама. Так, все. Давайте теперь немножко о грамотах. Вот у нас самая первая грамота. За что она? Она за конкурс семьи. Номинация «Самая творческая семья». Вот мы первый раз попробовали себя показать. Что вы там делали, помнишь? Нас пригласили в 10-ю школу. Постой. Вот. Мы пришли, но нас еще было мало. Получается, вот я и Яна. Там еще двое детей. Мама, папа, вот мы себя показали, что мы можем, и вот это у нас самая первая грамота. Так, дальше. Вот грамота еще одна. За что она? Это она за Министерство социальной политики. Награждала, да? А да. За что вот? За? Так, читаем. За достойное воспитание, всестороннее развитие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, активную жизненную позицию. Очень хорошая грамота. Мама и папа. Хорошо. Какие еще грамоты? У нас есть диплом. Тоже награждались мы. Стали семьей года 2014. Хорошо, очень классное, можно так сказать, достижение. У нас уже есть благодарственное письмо. Уважали Мёна Валерьева. Вот. Администрация и Дума. Он сказал. За что грамота? Это администрация. Поздравляют с днем города и выражают благодарность за активное участие в реализации программы демократического развития в Свердловской области «Уральская семья». Вот так. Еще какие-то есть награды, которые нравятся вам?
Очень хорошо. Мама, также мы участвуем по отдельности. У каждого ребенка, у Маза, у Вадика, у Наташи, у Игоря, у всех есть уже по грамоте. Есть также выздоровительные лагеря, там мы тоже получаем грамоты, если участвуем. Наверное, ребят попросим сказать каждой маме хорошее слово. Маме и бабушке. Бабушка плохо слышит, но все равно. Каждому кто? Любите? Танцевать хочешь? Есть музыка? Да. Хорошо, давайте. Давайте сначала маме скажем, бабушка хорошее слово. Если бабушка услышит. А мы отдали. И станцуйте нам, хорошо? Давайте сделаем, чтобы... По очереди слушайте. Давайте, скажите, любите же маму, бабушку? Да. И какое-нибудь слово хорошее. Это трудно, но все равно. Ну, не очень так как-то на камеру, тем более. Все равно. Я думаю, что это очень нужное слово всегда. Бабушка у нас самая любимая. И надо сказать большое спасибо. Помогает нам всегда. Маме тоже надо сказать большое спасибо, мы ее все очень любим. Вот. Всегда придет на помощь, если нужно. Вот, с ней можно поговорить всегда, если что-то случается. Хорошо, поддержит всегда, подскажет. Да, я люблю бабушку, она очень добрая. Помогает маме. Маму я тоже люблю очень сильно. Она мне помогает иногда уроки делать, вот, иногда там что-нибудь помогает, там, презентацию делать там в школе. Получила. Вот люблю очень сильно. Хорошо, это очень. Скажи маме что-нибудь хорошее. Нет, сначала Игорь. Маме и бабушке скажи что-нибудь хорошее. Любишь их? Да. Любишь. Скажи что-нибудь хорошее. Скажи, всегда буду мама тебе помогать? Скажи, не буду плохо себя вести. Все что угодно повторить. Ладно. Дальше. А у меня тобой рисунки. Я. Она любит маму и рисует мне рисунки. А я могу и то дом и то это вать. Бабушку. Мама. Я бабушку. Что можешь? Дом то это вать дом. Дом нарисовать? И картину. И картину? Ты любишь рисовать? И картинку. Так, переводите картинку. Абадик. Дальше. И танк. И танк. Любишь рисовать или можешь все нарисовать? Так. Скажи маме что-нибудь хорошее. Она не скажет, что она самая любимая и красивая и милая. Мама! Так, самый маленький. Мамазик. Я люблю маме дом рисовать. И там. И умею автобус рисовать. Автобус умеешь рисовать? И я. А бабушку ты любишь? Да. А как ты ее любишь? Ты скажи, вот так вот. Скажи, сильно бабушку ведь любишь? И бабушку, и маму, я знаю, всех любите. Я же могу друг маме друга дом тоже. Рисовать. И я обидаю. И ты машину. Тоже? Угу. Все. И я обидаю. Люблю. Заставили детей. Ну, станцуйте нам что-нибудь? Да. А ты какой красивый молодой, каешь в пластике. Я могу сбыть без метро, без регистрации, без отрезка. Я мечтал подняться всем врагам на слов, а что мужчина должен иметь все? Собрать свой язык и не любые идеи. Зарабатывай кэш, а не себя, а шею поцелуй. Ты такой, жизнь за тобой, жизнь за тобой.
Поцелуют, пока скажут, когда пойдут в садик и обнимают. Ничего дороже нету от того, что тебя, чтобы тебя ребенок обнимал. Ребята, может, скажете какие-нибудь пожелания нашим зрителям? Просто там счастья, удачи, любви, что-нибудь хорошее. Желаю нашим. Ну, не нашим, получается. Просто зрителям. Счастья, здоровья, любви, не бояться, надежды. Яна? Желаю телезрителям. Сейчас скажи, удачи, любовь, любви. Любви. Дайте мне руку. Счастья. Ну, все самое хорошее. Хорошо. Кто еще хочет? Скажи что-нибудь тоже хорошее. Дай маму, что она была добрая и счастливая. Хорошо. Это тоже важно очень. Так, Игорь, скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь хорошее. Я люблю ее. Они все про то. Я желаю вам счастья, семейного благополучия, чтобы ваша семья... Что-то царил такой. Ну, хаос не надо, конечно. Чтобы они выросли. Стали хорошими очень детьми. Имеется в виду хорошими людьми в будущем. Они сейчас хорошие ребята. Все очень активные, интересные, творческие. Спасибо. Спасибо вам большое за то, что нас приняли. Желаю ребятам удачи. Пока. Всего доброго. Пока. 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 Пока.